Здравствуйте, с вами я, Илья Сгумеров, автор и ведущий автомобильного телепроекта 102 РУС на телеканале ЮТВ. Сегодня мы продолжаем обзор дорожно-транспортных происшествий с камер maps.ufanet.ru. Улица Сельская, Богородская. Обратите внимание на легковушку, которая, выезжая с обочины, видимо, пыталась развернуться. Но маневр не удался. В 14:30, пересечение Первомайской и улицы Невского. Два легковых автомобиля пытаются закончить маневр, выехав на перекресток практически на красный сигнал светофора. Итог – уже никто и никуда не торопится. Цурюпы, Коммунистическая. Приближается полночь. И снова торопыга, пытаясь повернуть налево, не уступает встречному автомобилю. Результат – серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сипайлова, Жукова, Королева. По улице Жукова в обоих направлениях есть зона для разворота. Именно в этой зоне легковой автомобиль решил выполнить свой разворот. Но вот никак не ожидал удара сзади. Что побудило белый джип выехать на полосу встречного движения, непонятно. И вновь Жукова-Гагарина, 14 часов дня. Все тот же маневр, поворот налево на перекрестке. Можно только предположить, какого цвета был сигнал светофора, но если две полосы движения остановились, автомобиль в первом ряду продолжил движение и протаранил в бок серую классику, которую от удара откинуло на другой автомобиль. Абсолютно идентичная ситуация, но уже на пересечении проспекта Октября и 50 лет СССР. Все видно на кадрах видеозаписи. А это перекресток Цурюпа Коммунистической. Тут ситуация немного сложнее. Обратите внимание на серый ВАЗ. Уже выехав на перекресток, он вынужден остановиться за иномаркой, которая выполняет поворот налево со второй полосы. Вот автомобили начинают завершать свой маневр, но водитель ВАЗ замешкался и уже не может безопасно завершить проезд перекрестка и попадает в слепую зону для черной иномарки, двигающейся в поперечном направлении уже на зеленый сигнал светофора. Ну а это пересечение улиц Николая Дмитриева и Революционной, уже нашумевшая в интернете запись, которую мы ранее выложили в нашу официальную группу ВКонтакте и видеоканал YouTube. Итак, автовоз пытается развернуться, видимо, пытается подъехать к автосалону, который находится здесь же. Сзади два легковых автомобиля. Один из них успешно объезжает автовоз, а второй при попытке объехать останавливается прямо в зоне заноса борта. И, когда автовоз уже разворачивается, цепляет легковой автомобиль. В результате двухчасовая пробка. Смотрим. Ну а я хочу напомнить, если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, камера вашего мобильного телефона либо регистратор зафиксировали аварию, видео вы можете прислать к нам на почту unews@ufanet.ru либо в официальную группу телепроекта 102 РУС ВКонтакте. Всего доброго, удачи на дорогах, пока!